Здравствуйте, в эфире «Правовое поле». С вами Татьяна Трофимова. Забота о ветеранах – это наш долг. Долг общества и власти. Каждый из нас может сделать жизнь ветеранов лучше, уделив им простое человеческое внимание. В День памяти и скорби 22 июня мы встретились с Евгением Петровичем Жучковым, которому в воскресный день 41-го было 10 лет. Как сейчас, вот помню, воскресный солнечный день, и никакого телефона нет, никакого радио нету тогда, в то время. Вот кто-то из, значит, сельского совета пришел, был там и сказал вот об том, что началась война. Ну, все сразу, значит, собираться стали. Так началась война для 10-летнего мальчика Жени, который жил в деревне в Мордовии. Война, которая шла 1418 дней и ночей. И семьи Жучковых на фронт призвали сразу 4 человек, отца и 3 братьев. Мама осталась с 2 детьми в тылу. В колхозе ни копейки, ни зернышка не давали в те времена. Выжили, потому что много трудились, рассказывает Евгений Петрович. У меня вот сосед был, дядя Миша. Мы все ходили в лес там, почище траву выбирали, косили для еды, лебеду собирали, значит. А он говорит, да трава, она и есть трава, выйдет, свинушка около дома росла, накосит ее, и, значит, в этот хлеб. Все это на наших глазах. Угу. Труд и та ответственность, которая нам, значит, и та справедливость, я должен сказать еще справедливость, над нами никто никогда не надругался или не пытался чем-то унизить нас, наоборот. Все у нас уважение и к родителям, и к родине, и к школе. Успевали не только работать, но и учиться, радоваться жизни, творить и участвовать в самодеятельности. Радостную новость Евгений Петрович услышал во время урока. Директор школы и объявил об окончании войны. Мы... А еще в деревне знали, я говорю, телефонов и прочего не было же. Мы прям бегом бежали из школы сообщить своим родителям. Значит, что-то соображали, наверное, раз так радовались. Более 35 лет Евгений Жучков посвятил служению закону. 28 из них занимал руководящие должности. Сначала в Мордовии, а в 84-м году стал прокурором Чувашии. На работе в правоохранительных органах всегда был в списке лучших. Евгений Жучков – заслуженный юрист России и почетный работник прокуратуры. В то трудное военное время все приходилось самостоятельно пробивать себя. Я говорю все. Я прошел свою карьеру по-пластунски. Никаких блатов, никаких родственников, никаких знакомых, никого. Ну, кого у деревенского парня, что там может быть? Евгений Петрович сейчас ни на что не жалуется, только сетует на одиночество. Круг друзей и коллег с каждым годом сужается. Супругу он потерял, ушел из жизни и единственный сын. Остались 2 внучки в Саранске. Обе связали свою жизнь с прокуратурой. Одному, конечно, очень трудно, особенно когда прихватит. В таком солидном возрасте, конечно, часто приходится обращаться за медицинской помощью. И здесь труженик тыла сталкивается с трудностями. Очереди в больницах ему уже не по силам. Евгений Петрович пишет письма в разные инстанции с просьбой приравнять тружеников тыла в правах к ветеранам боевых действий. Они принимают нас, не отказывают. Но только не по приходу, а через час, через 2, через 3, а иногда через неделю записываешься. Через 10 дней записываешься на прием к тому или иному профильному врачу. У нас удостоверение ветеран Великой Отечественной войны. Это особая категория. Угу. И их очень мало уже осталось. Сегодня мы говорим о правах ветеранов и об их социальной поддержке. Гость студии – начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Чувашской республики Тимофеев Дмитрий Валерьевич. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. Здравствуйте. Социальная поддержка, денежные выплаты и жилье – главные составляющие заботы о ветеранах войны. Чем эта поддержка отличается для тружеников тыла? Возвращаясь к вопросу Евгения Петровича из сюжета. Ну, на самом деле, федеральным законом о ветеранах установлен довольно обширный перечень мер социальной поддержки ветеранам всех категорий, как ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, так и труженикам тыла. Ну, если перечислять сейчас все статьи этого закона, я думаю, у нас эфирного времени не хватит. О медицинском обслуживании давайте конкретно поговорим. Ну, в принципе, медицинское обслуживание, льготы у них практически равнозначны.
однозначные. Основное отличие все-таки, я бы, наверное, обозначил, это в обеспечении ветеранов бесплатным жильем, которое у нас прежде всего за счет федеральных средств осуществляется в отношении ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Что же касается других мер социальной поддержки, и именно в части медицинского обслуживания, то надлежащее медицинское обслуживание должно оказываться всем категориям ветеранов. Здесь законодатель отличия не устанавливает особого. Хотелось бы все-таки уточнить. Получается, и для тружеников тыла, и для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны их должны в больницах обслуживать вне очереди, получается. Какие там еще есть преимущества? По диспансеризации какие-то у них есть там моменты? Ну, первое, конечно, это первоочередное обслуживание данной категории граждан. Ну, вот удивительно, что сам такой вопрос возникает, потому что из практики мы давно к органам прокуратуры не сталкивались с жалобами, когда людям вот именно этой категории отказывают в медицинском обследовании. Я думаю, что здесь, наверное, все-таки проблема не законодательная, а проблема в том, чтобы человек, когда обратился в медицинское учреждение, он с самого начала обозначил свой статус. Вот если после этого вдруг возникают какие-то ситуации, то я думаю, здесь в первую очередь, конечно же, и меры в порядке ведомственного контроля со стороны Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Ну, если требуется, то и прокурорское реагирование. Какие меры сегодня принимаются для улучшения положения тружеников тыла, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны? Ну, может быть, там по оплате жилищно-коммунальных услуг, еще какие-то? Я перечислю основные меры социальной поддержки, которые законом предусмотрены. Перечень, как я уже говорил, довольно широк. Это действительно обеспечение жильем. Это ветераны, участники Великой Отечественной войны. В этой части Российской Федерации и Чувашской Республики проделана действительно очень огромная работа. На сегодняшний день у нас остались единицы участников Великой Отечественной войны, которые пока еще ждут жилье. Но я думаю, и в отношении них эта проблема будет полностью решена. Другие менее, так скажем, затратные со стороны бюджета меры социальной поддержки, это комплекс льгот по медицинскому обслуживанию, это ежегодное обеспечение санаторно-курортным лечением. Здесь ветеран всего лишь должен обратиться с соответствующим заявлением в фонд социального страхования на основании медицинского заключения, которое указан профиль, который необходим ему для лечения санаторно-курортного обслуживания. Ему выделяется раз в год соответствующая путевка в профильный санаторий. При этом оплачивается и дорога. Кроме этого, есть льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и по оплате расходов на капитальный ремонт квартирных домов. Установлены льготы в части налогового законодательства. То есть ветераны различных категорий имеют право на налоговые вычеты по налогам на доходы физических лиц, по налогам по земельному налогу, по налогу на имущество и так далее. Налоговые льготы есть у всех категории ветеранов, ну, довольно долго их можно перечислять, но вот, к примеру, на ЗАВО у нас есть такая категория ветеранов, это ветераны боевых действий, то есть это лица не только, мы говорим здесь, как о Великой Отечественной войне, но которые принимали активное участие в иных военных конфликтах, которые позднее произошли. Ну, допустим, у них есть право на налоговый вычет по доходу на доходы физических лиц. В основном все налоговые льготы, они как раз предоставляются в форме различных налоговых вычетов. Лицо, когда подтверждает свой статус, он вправе уменьшить в том случае, если у него в собственности имущество, допустим, земельный участок, чтобы в полном объеме не оплачивать налог, который для всех остальных граждан у нас прописан. Они вправе, учитывая просто свой статус на основании удостоверения налоговый вычет, снизить себе, так скажем, конечный результат исчисленной суммы, которую налоговый вычисляет. Угу. Ветераны труда. Следующая категория ветеранов тоже. Вот вообще, кого мы можем относить к ветеранам труда? В соответствии с федеральным законом, вот эта категория ветеранов, ветераны труда, вопросы ее финансирования, предоставления мер социальной поддержки именно этой категории, они отданы в полномочия субъектов Российской Федерации. Поэтому какая именно категория граждан и на основании каких документов относится к этой категории, к ветеранам труда, у нас определяется законодательством субъектов Российской Федерации, ну и в данном случае законом Чувашской Республики. Соответственно, и все меры социальной поддержки,
поддержки у нас также зафиксированы на уровне законодательства субъекта. Ну, говоря о Чувашской республике, у нас действительно эти меры социальной поддержки есть. Каждый год они не отменялись. Единственное, это практика по всей Российской Федерации, и у нас идет уже на протяжении нескольких лет последних, это максимальная монетизация льгот. То есть человек должен лучше получить живые деньги, которые он вправе там потратить, чем какое-то, ну, говоря, аморфное право там, на проезд, допустим, пригородный, может быть, человек, который никогда не воспользуется. Вот Чувашская республика тоже пошла по такому пути. У нас установлены, как правило, ежемесячные денежные выплаты для категории ветеранов труда. В том числе эти денежные выплаты устанавливаются и на такие категории расходов, как жилищно-коммунальные услуги, оплата капитального ремонта. Дмитрий Валерьевич, вам часто приходится рассматривать такие вопросы, когда в республике, в регионе нарушаются права ветеранов? Это вообще частое явление у нас? Знаете, мне очень радостно даже это сказать, что вот именно по предоставлению мер социальной поддержки, об основах каких-то жалоб, когда мы действительно видим, что права ветерана ущемляются, их довольно-таки мало. Это очень хорошо. На самом деле, чаще люди просят разъяснить, на что они имеют право, какую меру социальной поддержки выбрать, какую льготу им выбрать, и когда у них есть право на меру социальной поддержки по разным основаниям. С таким мы сталкиваемся довольно часто. И, как правило, стараемся на приеме, когда гражданин, такой ветеран, к нам лично приходит, все эти вопросы снять. Но еще раз скажу, это очень позитивно, что таких обоснованных жалоб довольно-таки мало. По разъяснению каких вопросов чаще обращаются? Все-таки чего касается? Какой чаще сфер? Касаются вопросы предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и капремонта. То есть людям разъясняем, каким образом, исходя из каких критериев, исходя из социальной нормы площади, рассчитывается конечная сумма, которую возмещается ветерану. Вот, поскольку немножко здесь установлен такой, ну, для обычного гражданина может быть сложный механизм расчета, поэтому мы буквально на пальцах, на бумаге пытаемся человеку объяснить, чтобы он ушел от нас уже без каких-либо мыслей о том, что его где-то, может быть, обманывают, что-то недоплачивают и так далее. Вот по оплате капремонта, Дмитрий Валерьевич, к нам тоже часто обращаются наши телезрители. Хотелось бы разъяснить, как должны, еще раз давайте, может быть, мы повторимся, оплачивать капитальный ремонт ветераны той или иной категории? Вообще пожилые люди, наверное. Ну, я расскажу общий порядок, каким образом высчитываются вот данные меры социальной поддержки. За основу берется, естественно, тот размер оплаты, допустим, за капитальный ремонт, который рассчитан конкретному ветерану. Но данная льгота предоставляется в пределах социальной нормы площади, которая установлена в целом на Российской Федерации. Я объясню, что это такое. Ну, социальная норма площади – это расчет, максимальный расчет площади на одного человека, который приходит, на который льгота начисляется. Ну, я думаю, в этом есть некий признак социальной справедливости. То есть, ну, может быть, у нас человек в нынешних условиях, который обладает статусом ветерана, но который своего финансового состояния может себе обеспечить и иметь жилье 100, 200, 300 квадратов. Угу. Наверное, будет несправедливо предоставлять ему на всю площадь эту льготу, в то же время как человеку, ветерану, который живет один там, в однокомнатной квартире. Вот, здесь несоизмеримо, поэтому все-таки расчет идет, исходя из социальной нормы площади жилья и исходя из того размера, который начисляется. А общий объем определяется уже исходя из статуса ветерана, то есть, как правило, это 50%. 50%. Дальше, в зависимости от возраста, ну, люди, которые достигли возраста 80 лет, там 100%, допустим, по капитальному ремонту. Не оплачивают. Да. Угу. Спасибо, Дмитрий Валерьевич. Нашим ветеранам, наверное, пожелаем здоровья, чтобы все у них было хорошо. А от наших телезрителей мы ждем вопросов, видеообращений на электронный адрес правовое поле21@mail.ru. Если у вас возникли вопросы, которые касаются ваших прав, нарушения ваших прав или просто вам нужна консультация в рамках правового поля, пожалуйста, пишите на электронный адрес правовое поле21@mail.ru. Мы обязательно ответим на ваши вопросы в следующих программах. До новых встреч. До свидания.